Добрый день, дорогие мои друзья! С вами Элеонора. Добро пожаловать на мой канал The Light in You Yoga and Wellness. И сегодня я хочу поделиться с вами короткой практикой йоги, очень необычной практикой йоги, потому что вы сможете выполнять ее прямо в офисе, прямо за столом, прямо за компьютером. Почему? Потому что многие люди сейчас работают за компьютером, и очень много стресса мы накапливаем именно благодаря работе. Поэтому я поделюсь с вами видео, которое вы можете выполнять прямо во время обеденного перерыва. Ну или в тот момент, когда вы чувствуете, что стресс уже начинает накапливаться, переполняет вас. Просто остановитесь, сделайте передышку, сделайте эти упражнения. Займет совсем мало времени, но в то же время после такого перерыва вы почувствуете прилив новых сил и сможете вернуться в свою работу и быть гораздо плодотворнее. Перед занятием я вам рекомендую выключить экран, потому что голубой экран стимулирует наш мозг, и поэтому, чтобы не стимулировать мозг, а чтобы расслабиться, нам нужно выключить, то есть поставьте его на слип, или чтобы голубого экрана не было, и приступайте к йоге. Прежде чем начать, убедитесь, что вы сидите ровно и прямо. Снова повторюсь, голубого экрана нет. Выключите компьютер. Положите стопы на линию бедер и убедитесь, что обе стопы лежат на полу и касаются пола равномерно. Выпрямляем спину, выпрямляем плечи, делаем круг плечами, закрываем глаза и начинаем дышать. Просто для того, чтобы воссоединиться с самим собой и вернуться к ощущению спокойствия. Делаем глубокий вдох через нос и выдох. Еще раз вдох через нос и выдох через рот. Еще раз вдох через нос и выдох через рот. Держим глаза закрытыми. Дыхание ровное и спокойное. Отпускаем любые негативные чувства. Отпускаем весь стресс, который произошел до этого момента. Почувствуйте, как себя чувствует ваше тело в данный конкретный момент. Может быть, в каких-то местах есть напряжение. Может быть, болит спина. Отпускаем любое напряжение. Делаем вдох и выдох. Открываем глаза, делаем вдох, руки вверх, соединяем ладони вместе, плечи опущены. Подальше от головы, руки прямые, ладони вместе, пальцы активны, тянутся вверх, втягиваем живот, спина ровная. Делаем вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Делаем вдох, и левая рука берется за правую кисть и тихонько тянет ее в левую сторону. Делаем такой наклон в левую сторону верхней части тела. При этом бедра остаются в том же положении, в котором они были до этого. То есть не выталкиваем бедра влево или направо. Тянемся, открываем правую сторону, смотрим в правую сторону,
Делаем вдох и выдох. Возвращаемся в центр. Ладони соединяются. И на выдохе правой рукой берем за левую кисть и нежно тянем ее в левую сторону. То есть растягивается при этом левая сторона. Смотрим в левую сторону. Дышим. Делаем глубокий вдох. И выдох. Еще раз вдох. И выдох. Возвращаемся в центр и отпускаем. Можем встряхнуть немножко руки. А левой рукой, левую руку кладем на голову, в сторону правого уха. И медленно опускаем рукой. Давим на голову, чтобы левое ухо опустилась ближе к левому плечу. Растягиваем правую сторону шеи. Делаем вдох и выдох. Чувствуем растяжку. Делаем вдох и выдох. Возвращаемся в центр. Отпускаем левую руку. Правую руку кладем ближе к левому уху. И медленно делаем наклон головы в правую сторону. Чувствуем растяжку в левой стороне шеи. Вдох и выдох. Давление оказываем рукой на голову. Очень слабое, но чувствительное. Еще раз вдох и выдох. Возвращаемся в центр. Делаем вдох, руки вверх. И на выдохе соединяем локти вместе и ладони вместе. При этом создаем сопротивление каждой рукой и давим друг на дружку. То есть правая рука давит на левую, левая на правую. Создаем такое сопротивление и дышим. Вдох. И выдох. Отпускаем. Кладем ладони на стол. Толкаем стул подальше от себя, так, чтобы открыть немножко пространство. Соединяем ладони вместе. Отталкиваем стул еще немного, так, чтобы голова и плечи могли опуститься в такой маленький прогиб. Толкаемся ладонями от стола и чувствуем растяжку именно в плечах и в шее. Шея расслаблена, наклон вниз головой. Чтобы получить растяжку больше, отталкиваем стул немного дальше от стола. Чувствуем растяжку, расслабляем шею. Покачайте головой, да, нет. Делаем вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Последний раз вдох и выдох. Опускаем ладони на стол, возвращаемся в нейтральное положение. Делаем вдох, правая рука вверх и кладем ладонь между лопатками. Левую ладонь кладем на поясницу и медленно поднимаем левую ладонь вверх в сторону ближе к правой ладони, вот в такое положение. Если вы можете достать, то берем противоположные пальцы в замок. Если вы не можете достать, ничего страшного. Работаем с тем, с чем можем. То есть вы можете взяться за свою одежду, либо просто остаться в таком положении. И головой тихонько толкаем правый локоть назад. При этом спина прямая, ровная. Делаем вдох. И выдох. Чувствуем растяжку
в правой руке и в плечах. Делаем вдох и выдох. Вдох и выдох. Последний раз вдох и выдох. Отпускаем правую руку назад. Левую руку делаем вдох, поднимаем левую руку вверх. И также левая ладонь идет между лопатками. Правая ладонь идет на поясницу и медленно начинает подниматься, карабкаться вверх. То же самое делаем на этой стороне. Если вы можете достать пальцы, можно замкнуть их в замок. Если нет, оставайтесь там, где вам позволяет ваше тело. Головой надавливаем на левую ладонь, так, чтобы она немножко отодвинулась назад. И чувствуем растяжку. Делаем вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Последний раз вдох и выдох. Отпускаем руки в нейтральное положение. Делаем вдох и круговые движения плечами назад. То есть соединяем лопатки вместе. На вдохе плечи идут вверх, на выдохе назад. Вдох вверх, выдох назад. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Возвращаемся в нейтральное положение и делаем круговые движения шеи. Делаем вдох и в одну сторону осознанно расслабляем полностью шею. И делаем круговые движения. При этом плечи опущены. Делаем два круга в правую сторону. И когда вы вернулись в центр, медленно делаем вдох и круговые движения в обратную сторону, в левую. Очень медленно, не торопимся. И возвращаемся в центр. Шею в нейтральное положение. Делаем вдох, руки вверх. И на выдохе руки к сердцу. Можете закрыть глаза здесь и снова помедитировать, если вам позволяет время. Ну а если же нет, то возвращайтесь смело снова в продолжение рабочего дня. И работайте себе на здоровье. Но почувствуйте разницу между тем, которая была в вашем теле, особенно в шее, в плечах и в спине до этого, и как вы себя чувствуете сейчас. Надеюсь, вам эта маленькая практика понравилась. Пожалуйста, занимайтесь йогой для себя и поделитесь этим видео, если оно вам понравилось, со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить другие видео. И желаю вам хорошего рабочего дня. Намасте!